С 1 февраля около сотни таксистов, обладателей минивэнов, не смогут осуществлять свою профессиональную деятельность. На заседании правительства говорили, дело в том, что по закону о предпринимательском патенте в таксомоторных перевозках могут быть задействованы автомобили с числом посадочных мест не больше 5. Исходя из этого, налоговые службы не имеют права выдавать разрешение, так как, согласно техпаспорту, минивэны рассчитаны на 8 пассажиров. Мы теряем налог за парковку, которую они платят при получении такого разрешения. Второе, если мы выдадим такое разрешение, то, соответственно, люди вынуждены будут потом попасть под какие-то контрольные мероприятия и заплатить существенные штрафы. Город предложил своеобразный выход из сложившейся ситуации. При получении патента в налоговой службе водители должны будут написать заявление. В нем они должны гарантировать, что будут осуществлять перевозку только на 5 посадочных местах. Мы исходим из того, что это уже сложилось, и человек приобрел эту машину. Он не может ее поменять только потому, что ему надо перевозить. Если ему надо будет ее использовать вне своего поля деятельности, то он поставит эти 2 посадочных места и поедет дальше. Председатель правительства поручила главе города, Министерством финансов и внутренних дел, а также службе транспорта в кратчайшие сроки разработать соответствующий механизм, который позволит обладателям минивэнов работать на них в такси.